Я всех приветствую. Зовут меня Ирина, участница проекта Суперкопилки с октября месяца 2019 года. Главный продукт Суперкопилки ⁇ это пассивный доход. И именно пассивный доход дает людям улучшить качество жизни, накопить на дорогую какую-нибудь покупку, либо квартиру, либо машину. Суперкопилка заботится о своих участниках и запускает новую акцию в период с 31 мая по 19 сентября 2021 года вы можете воспользоваться грантом. Давайте посмотрим подробнее. Сделай взнос и получи грант в размере от 50 до 1000 тет для создания желаемого пассивного дохода. Размер гранта на развитие своего пассивного дохода зависит от размера вашего взноса. Взнос 2000 тет, размер гранта 1000 тет. Взнос 1000 тет, размер гранта 500 тет. Взнос 500 тет, размер гранта 250 тет. Взнос 300 тет, размер гранта 150 тет. Взнос 100 тет, размер гранта 50 тет. Для новых участников под взносом подразумевается стартовая сумма, которую участник готов внести для построения пассивного дохода. Для участников, которые уже имеют пассивный доход, под взносом имеется в виду дополнительный взнос, который надо сделать сверх того, что участник планировал сделать по своей стратегии пассивного дохода. Более подробно читаем в акции. Итак, с 31 мая по 19 сентября 2021 года. Каждый этап ⁇ это период длиной в 4 недели. Размер гранта, который можно получить за один этап, составляет до 1000 ТЭТ. Всего 4. за 4 этапа можно получить до 4000 ТЭТ. На средства полученного гранта участники имеют возможность построить новую или увеличить свою существующую стратегию пассивного дохода. Можно принять участие в одном или нескольких этапах в отдельности на ваш выбор. Здесь вы можете сами просмотреть размеры пассивного дохода для новых участников. Я зачитывать здесь не буду. Либо откройте вот эту статью по ссылочке. Эту ссылочку также я оставлю под видео. Размер пассивного дохода является примерным. Часть взноса вы оплачиваете сами и часть взноса вам начисляется в виде гранта, который вы можете использовать на построение пассивного дохода. Например, если вы вносите 2000 тет, то суммарный взнос у вас будет 2000 ваши плюс 1000 грант. Получается 3000 тет. Каждый новый участник, придя в сообщество, имеет стартовую сумму средств, которая позволяет ему построить стратегию и получать стабильный пассивный доход. А благодаря участию в акции, размер вашего пассивного дохода может быть гораздо выше за счет получения гранта. Условия акции. Этапы акции. Я уже сказала, акция разбита на 4 этапа. Первый этап с 31 мая по 27 июль, июня. Второй этап с 28 июня по 25 июля. Третий этап с 26 июля по 22 августа. И четвертый этап с 23 августа по 19 сентября включительно. Принять участие в акции грант на развитие пассивного дохода могут все участники суперкопилки. Главное условие ⁇ создайте или увеличите пассивный доход и получите грант до 1000 ТЭТ за дополнительные взносы. Дополнительный взнос ⁇ это взнос, который вы сделаете сверх той суммы, которую собирались вносить до участия в акции. Более точное объяснение термина «дополнительный взнос» находится ниже в разделе «Как рассчитывается дополнительный взнос». Для нового участника любой стартовый взнос для построения пассивного дохода является дополнительным взносом. Пятое. Грант на развитие пассивного дохода от 50 до 1000 ТЭД зависит от внесенного дополнительного взноса. 2000 ТЭД грант будет 1000 ТЭД, если дополнительный взнос 1000 тет, то грант 500 тет. Если дополнительный взнос 500 тет, то грант 250 тет. Если дополнительный взнос 300 тет, то грант 150 тет. Дополнительный взнос 100 тет, то грант 50 тет. Шестое. Подайте заявку на участие в акции и индивидуальный расчет создания или увеличения стратегии пассивного дохода через раздел ⁇ Помощь ⁇ в вашем личном кабинете. Тема обращения. Заявка на участие в акции. Грант на развитие пассивного дохода и текст обращения. Здравствуйте, хочу принять участие в акции. Прошу сделать расчет стратегии с учетом дополнительного взноса. Очень вам советую воспользоваться этой акцией. Я и сама воспользуюсь, буду увеличивать пассивный доход. Моя партнерская ссылка находится под этим видео. Всем пассивного дохода и еще больше и больше пассивного дохода. Поэтому принимайте участие в акции. А кто еще не зарегистрирован в суперкопилке, добро пожаловать. Наша семья всегда для вас открыта суперкопилка 8 лет приумножает наш бюджет.